Еще одной доброй праздничной традицией стало проведение в Минске рождественского международного турнира любителей хоккея на приз президента Республики Беларусь. И уже сегодня определился обладатель бронзовых медалей. Команда Финляндии обыграла дружину Словакии. Счет встречи 8-6. И сейчас на прямую связь со студией от Чижовской арены выходит наш корреспондент Ольга Петрашевская. Здравствуйте, Ольга. Насколько предсказуемым был этот результат или все-таки победа финнов стала сенсацией? Добрый день, Жан. Вы знаете, сенсацией победу финнов нельзя назвать даже с очень большой натяжкой. Бронзу рождественского турнира скандинавские хоккеисты завоевывают уже в шестой раз. Так что, по сути, команда Финляндии лишь закрепила свою позицию в тройке сильнейших дружин первенства. Словаки же дважды останавливались в шаге от бронзы. Но вот, очевидно, того самого шага в этот раз им снова не хватило. Тем не менее, словацкие хоккеисты более чем достойно показали себя на нынешних соревнованиях. В их активе 16 заброшенных шайб и 2 победы. До последнего держались и в сегодняшнем поединке. Давайте же посмотрим на самые яркие моменты сегодняшней игры. Что же касается финнов, теперь уже обладателей бронзы 11-го рождественского турнира, помимо мастерства, лихости клюшкам скандинавов, наверняка добавило и поражение от россиян в первый день соревнований. В ходе предварительного этапа неофициального чемпионата мира среди любителей финские хоккеисты буквально разгромили команду Латвии и игроков Германии. И вот сегодня отстояли третье место рождественского турнира. И по окончании игры участники сегодняшней баталии поделились своими впечатлениями от наших соревнований. Я не знаю, где в мире еще проводятся такие турниры. Это в Словакии знают, что здесь очень-очень большой турнир. Которые были здесь, позвали их. Второй раз идут, потому что знаю, что здесь очень хорошо. Это высокий уровень турнира. Я еще не был на таком турнире. Очень-очень хорошо заорганизовано. Это все очень-очень. Финляндия всегда приезжает сюда и получает огромное удовольствие. И будет приезжать еще. Не всегда просто, на самом деле, приехать для игроков, потому что это время Рождества, время праздников, но многие игроки именно хотят, поэтому, конечно, есть даже конкуренция, чтобы попасть. Впрочем, кульминация 11-го рождественского турнира еще впереди. Сегодня вечером будем болеть за наших в финале. А команде президента Беларуси предстоит скрестить клюшки с дружиной из России. И, кстати, решающая игра пройдет именно здесь, на льду Чижовка-арены, которая впервые принимает матчи рождественского турнира. Ну что же, Жан, будем ждать финала и, конечно, надеяться на победу. Надеюсь, что впервые принимая финал рождественского турнира, он станет победным для Чижовка-арены и для команды президента. Спасибо, Ольга. На прямой связи со студией была наш корреспондент Ольга Петрашевская.